Всем привет, друзья! С вами снова Александр. И что-то как-то из моего вида выпало автомобильное кресло от компании CarMate, хотя я очень люблю этот бренд, даже сам ребенка вожу в этом кресле, точнее говоря, кресле от этого бренда, Swing Moon модель называется. Вот. А это их старшая модель, Kuruta NT2. И конкретно кресло, которое перед вами, это версии премиум, платинум. Не знаю, как оно у них точно называется, по-моему, премиум. Это кресло с улучшенным материалом, с козырьком дополнительным. Вот, в общем, сделано чуть-чуть побогаче, чем обычная версия, стандартная. Вот, это кресло категории 0.1, то бишь с рождения до метра роста. Где-то 3,5-4 года ребенка можно здесь возить. Соответственно, это у нас японцы, повторюсь. Что касается безопасности, здесь все с этим хорошо. Ребенка можно смело доверять этому автокреслу. На Адаке тестов вы не увидите, потому что японцы на Адаке тесты не проходят. Они тестятся у себя. Вот. И их тесты, они не уступают ничем немецким, поэтому все ровно. В плане безопасности здесь можно не париться. Вот, собственно, чем это кресло интересно? Оно с кучей всяких фишечек интересных, которых далеко... Да, в принципе, я даже не знаю, где вы еще подобные вещи можете встретить. Здесь, например, полностью вентилируемый каркас. Полностью. Весь он сделан с отверстиями, с каналами воздушными, чтобы каркас дышал. Например, вот эти вот вкладыши, которые вы видите, их чуть ли не 40 ученых в Японии разрабатывало. Это анатомический вкладыш, который повторяет, делает, скажем так, переход с утробы матери в реальную жизнь более плавным. Тем самым полностью они повторяют анатомию ребеночка, как бы руки мамы это все напоминает, знаете. И полностью поддерживает каждую часть ребенка и тем самым разгружая суставы ребенка. Вот, в общем, здесь крайне продуманные вкладыши. Вот таких вкладышей я больше нигде не встречал. Вот реально есть какие-то подушечки, там еще что-то, но чтобы вот так, вот даже под затылочек ребенка здесь специальная выемка, понимаете? Вот, и здесь тоже все полностью дышащее, специальным материалом это все сделано, необычная губка. Запоминающий материал. Поэтому вот в этом плане, в плане технологичности, это прям топчик на самом деле. Давайте я вам покажу как раз таки этот вот вкладыш. Он, естественно, у нас с рождения используется. Вот видите, какой вот он интересной формы, весь выполнен с отверстиями для вентиляции. Вот видите, под паховую зону все полностью. Здесь, соответственно, у нас под голову все. Ребенок подрос. Вот это вынимаем, остается уже большой вкладыш, тоже дышащий. Поэтому в этом плане здесь прям все замечательно. Вот, и, наверное, уже заметили, да, что я могу его вот так вот крутить, вертеть, поворачивать, потому что ребенок родился, мы можем ехать до 9 месяцев, минимум до 9 месяцев против хода движения. И делается это крайне простым способом. Здесь спереди есть у нас кнопочка, которую мы поворачиваем, нажимаем, точнее говоря, и можем смело вот крутить вот таким вот образом. Это реально удобно, когда вы подошли к автомобилю, повернули к себе, упаковали туда ребеночка, развернули или уже по ходу, или против хода движения. Это, ну, я не знаю, мне лично это очень нравится, мне кажется, это удобно. Вот везде, вот, кстати, эти отверстия дышащие. Вот, соответственно, как пристегивается ребенок. Здесь все классическим образом. Используются обычные пятиточные ремни, мягкие накладки везде, удерживающий слой на накладках, чтобы не проскальзывал ребенок. В общем, в этом плане все здесь замечательно. Так, кстати, ремни здесь тоже очень удобно регулируются. Чтобы регулировать ремни, не нужно никакого головника вам. Сейчас, секунду. Туго так открывается. Вот. Здесь у нас сзади вы просто берете и регулируете высоту ремня. Обычно вместе с подголовником регулируется в креслах, но здесь отдельного подголовника нет, поэтому здесь ремни регулируются вот таким вот способом. Ну, это несложно сделать, вы это делать будете там раза два, наверное, за все время эксплуатации, поэтому в этом плане все хорошо.
Что касается установки кресла в автомобиль, здесь нет изофикса. Вообще японцы не сильно заморачиваются в плане изофикса. У них большинство кресел без изофикса. Хотя есть модели с изофиксом. Ну, я тоже вожу без изофикса, в Свингмуне его нет. Поэтому, ну, я как бы не парюсь. На самом деле здесь оно и не страшно, что здесь нет изофикса. Здесь у нас есть самая главная система, которая сейчас нужна. Это система натяжения ремня. Вот так я беру, застегиваю. Вот так вот ремешочек, вот он идет. И с моей стороны я просовываю ремень вот в этот направляющий. Просовываю и затягиваю. Хорошо, сейчас натянем нижний ремешок. Натянули. Потом я засовываю в этот направляющий и затягиваю. Просто натягиваю, а он уже сам прижимает кресло к автомобилю. Соответственно, потом нам нужно упор в пол, соответственно, упереть в пол автомобиля, и вся конструкция станет как вкопана. Она реально изофикса, есть небольшой люфт, а у ремня с натяжителем вот с такой системой нет люфта, поэтому, ну, я не знаю, что с ним надо делать, чтобы оно хоть чуть-чуть шевельнулось. Соответственно, по креплению все очень просто. Вот с такой системой вы можете и спереди установить в автомобиль, но только обязательно отключайте подушку безопасности. Вот, ну и сзади, естественно, это труда не составит. Вот, поэтому с креплением здесь все окей. По большому счету, все, что хотел по креслу, вам рассказал. Как по мне, я люблю бренд CarMate. Вот Свингмун в нем вообще зашел. Я и старшую в нем катал, и младшего сейчас в нем катаю. И менять не собираюсь. На самом деле, ничего пока на рынке меня удовлетворяющего моим требованиям я не нашел. Соответственно, смело могу бренд CarMate рекомендовать как очень качественный. Кресло не дешевое, но это, наверное, единственный бренд, который еще не подорожал на текущий момент. Все цены задрали, они еще держат. Поэтому сейчас они превращаются в доступный премиум. И ссылку я на Мир Автокресел добавлю в описании. Посмотрите там, если в обзоре вам кресло понравилось, можно будет приобрести. Тем более, смотрите, какой есть козырек. Лично у нас в Питере это очень актуально, солнце низкое, и очень сильно жмурится ребенок, особенно утром или вечером, когда солнце на горизонте, и это мешает. Соответственно, мы можем спокойно прятать ребеночка, и будет ему комфортненько. Если у вас вдруг нет такой глухой тонировки, то это спасает. Соответственно, все, добавить мне больше нечего. Если вам обзор понравился, кресло вам понравилось, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. И хочу вам пожелать хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. Всего доброго, до свидания.